А вот так выглядит наша новая детская площадка. Да, играют, гуляют. И это хорошо. Вот так выглядит наш двор. Навели порядок. Погода сегодня хорошая. Сегодня 13 ноября 2019 года. Да, двор подготовили к зиме. Убрали все листво. Вот так выглядят березки. Да, сейчас виднее наш двор. Да, детская площадка, но она не закончена еще пока. Нет лавочек. И вот здесь непонятно, что турник или что тут. Вообще-то я думала, качели для деток. Ну, в общем, еще не полностью закончили с этой нашей новой детской площадкой. И в другую сторону. Да, здесь у нас Селигер Сити развели уже полностью. Вот заканчиваются последние работы. 45 этажей. Здесь 39 45. Мне видно из окна 20. Вот здесь 19, здесь 20, и вот с краешка 21 этаж виден. Да, удивительно. Большие, высокие дома. Ах, погода сегодня. Легкий морозец. Вот такая замечательная погода. Вот какое небо красивое и ухоженный наш двор с новой детской площадкой. Такой вид вдаль у нас. Да, вот так у нас 13 ноября 2019 года. Да, хорошо. Хорошо у нас стало. Интереснее. Вот как много деток собралось. Да, не все еще что-то нужно добавить. И лавочек нет, присесть взрослым. Малыши. Да. Сейчас полдень.
первого. Да. Север города Москвы, столица. Осенью. Вот в такой погожий день. Yeah.